Впервые в истории молодежного фестиваля «Мусустар» в рамках трека «Открой Якутию» проходит конкурс на лучшее изобретение туристического сувенира. Организаторы подчеркнули особую актуальность конкурса, так как он напрямую повышает имидж республики. Цель конкурса – изготовление особого сувенира, который заставил бы туристов помнить о Якутии. Также организаторы пригласили тревел-блогера Алексея Жирухина. Много и давно путешествую по Якутии, и вот пригласили на этот фестиваль «Мусустар», и в качестве амбассадора именно трека путешествий. Очень здорово, что такие мероприятия есть, потому что они мотивируют развиваться, да? Люди видят друг друга и видят, к чему можно стремиться. Ну и, конечно же, это хорошая, в принципе, мотивация для молодых людей развиваться в области туризма, узнавать что-то новое, потому что именно на таких фестивалях ты, во-первых, знакомишься с другими людьми, да? Находишь новых партнеров, находишь новые какие-то взаимодействия, ну и, естественно, растешь.